Памятник «Декабристы» установлен на углу улиц Декабристов и 8 марта. Он установлен около здания Уральской академии государственной службы. Проект памятника был подготовлен в 1983 году скульптором Валентиной Соколовой и архитектором Юрием Сычевым. Однако установить получилось его только в 2000 году, благодаря усилиям авторов памятника к 175-летию восстания на Сенатской площади. Монумент «Декабристы» представляет собой три монолитные скульптуры мужчин, выполненные в полный рост с кандалами в руках, одетые в длинные плащи. Статуи памятника имеют общее портретное сходство с декабристами, выполнены полностью из гранита светлого цвета. Скульптуры установлены на плите и поставлены на постамент, на котором имеется памятная надпись. Посвящается славным сынам России, чей вклад в экономическое и культурное развитие Урала помнят благородные потомки. Авторам удалось создать в скульптуре гордых и несломленных революционеров, которые прошли по Сибирскому тракту на каторгу. Начало его было в Екатеринбурге. Однако поэтов-декабристов это не сломило, они остались верны своим идеалам.